После долгой суровой зимы вместе с долгожданным теплом на свет появляются первые тугуты-оленята. Трогательно маленькие, с огромными влажными глазами, они пока не уверенно стоят на своих длинных ножках. Но совсем скоро пушистые комочки резво носятся и играют, согревая наши души и сердца, вселяя уверенность в завтрашнем дне. Это настоящее чудо и сила природы, трепетно хранимая в памяти всех северян-оленеводов. В городе Якутске с 2016 года эвены проводят обрядовый праздник Аянла-Мяланни в этнографическом комплексе Чучур-Муран. Впервые этот праздник был возрожден, реконструирован и введен заслуженным работником культуры Республики Саха-Якутия, истинным носителем и знатоком фольклора, культуры и языка эвенского народа Зинаидой Платоновной Никулиной. С самого первого раза праздник полюбился, очаровал своей искренностью и атмосферой. С каждым годом он становился все зрелищнее и многолюднее. И самое главное, все мы, живущие в ритме большого города, в этот день имеем возможность прикоснуться к таинству древних обрядов, скинуть напряжение и тяжесть долгой зимы, очиститься душой и просветлеть мыслями. И крепко взявшись за руки, пройтись в едином порыве в благословенном хэджа, в торе, древним ритмам и словам. Праздник Аянла-Мяланни обрядовый. Ритуалы, исполняемые в этот день, оберегают, защищают, объединяют людей и природу. Каждый человек, каждый олень в этот день принимает защиту рода, получает благословение на безбедную, сытую и спокойную жизнь. Зинаида Платоновна перед своим уходом подарила нам еще один обряд. Обряд очищения березовыми ветками. Обычно все мы используем в обрядах ветки багульника, окуривание дымом которого отпугивает злых духов, очищает и укрепляет силы человека. Но существовали и другие виды этого обряда. Зинаида Платоновна Никулина, она вспомнила и сказала, что у северных народов, и особенно у эвенов, самый главный символ – это олень. И хорошо бы восстановить обряды, связанные с этим оленем. Первым она, конечно, заговорила об особом сакральном обрядовом празднике, празднике белого рождение белого олененка. Но, как она сказала, что этот обрядовый праздник, он проходит тогда, когда действительно рождается белый олененок. У нас такой случайности не получалось. А на Чучур-Муране тогда у хозяев были 2 или 3 оленя. И вот мы пришли сюда проводить. Это был 16-й год. И в 17-м году у них родился олененок после нашего обряда. И вот с этого момента они с нами дружат, мы с ними дружим. И у нас ежегодно проходит здесь праздник. Поэтому всем понравилось с этого момента. В Якутске все время ждут в мае месяце эвенский обрядовый праздник рождения оленят и пробуждения природы. И он, в принципе, для наших коренных народов, для наших ансамблей, и что очень хорошо для нашей молодежи, этот праздник всегда желанный, они всегда его ждут. Oh,
Старейший народа разжигает обрядовый костер. Древние, как сама земля, слова торжественно и тихо звучат в тишине. Каждый присутствующий с трепетом ловит их, прислушивается и впитывает. Каждое слово находит отклик в благодарных сердцах. Идет обряд кормления огня, улыдек, главный обряд этого праздника. Северные народы, кочующие народы, по сути своей являются санорными. Мы кочуем за солнцем, живем по ходу солнца и по живительному кругу проводим свои ритуалы. И в день пробуждения природы через скрещенные пальцы рук ловим благодатные лучи животворного солнца, принимая с благодарностью тепло небесного светила. Еще одним из главных моментов праздника – это обряд Долбурге. Самыми искренними пожеланиями, проговаривая про себя заветные желания, каждый участник завязывает разноцветные лоскутки ткани. Долбурге с множеством лоскутков трепещет на ветру, и в каждом из них пожелания и заветные мечты. Кульминацией обрядовой части праздника является обряд очищения, кормления и одевания оленей, верных спутников, надежных друзей и гордости кочующих за оленем народов. Самые искренние, самые нежные слова и чувства в каждом из нас. Олень – символ жизни, богатства и будущего. Эскен хинду арчаму, эргар мутнюн эмет тубили, мэген таньялкан мут бенит несенни. Come on.
Hey,
Гарин беден, тюлеске гул, энтекая, аймамакан, овнуникан, гурганикан, бигалде, омоттуэрегар бигалде муникан, вакачуэнан, аймакандин, хиргереме, и тачен, 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 муртакан, кинкамаргалкан, тюлеске гул, аймакан, бигалде. Одной из главных наших целей, значит, проведения этого праздника состоит в том, чтобы мы передали, ознакомили нашу молодежь, прежде всего молодежь, с нашими традициями, с нашими обрядами, обычаями. Так как каждый год приходит очень много молодежи, представителей практически всех коренных малочисленных народов Севера, и ежегодно они приобщаются вот к нашим традициям, традициям эвенского народа, обычаям, обрядам, потому что здесь мы проводим обряды, различные обряды, начиная от обрядов кормления огня, очищения и заканчивая другими обрядами нашего народа. Хотелось бы, конечно, и другие отмечать, те, которые вот в свое время наши семьи, роды отмечали. Ну, отмечали, конечно, это очень громко сказано на самом деле. На самом деле все так вот тихо. Каждый род, каждая семья отмечала какое-то свое событие, да? Вот как я уже сказала, как рождение оленя, так и вот, допустим, начало сезона определенного, да, хозяйственного сезона, ну и так далее. Обрядовая часть завершена, главные действия совершены. Можно вдоволь пообщаться, наговориться на родном языке, посмотреть концерт и отведать душистой ухи и свежего хариуса.
год из года праздник расширяется, становится содержательнее и масштабнее. Если в первые года он проводился как локальный ритуальный праздник, то со временем он стал общегородским и узнаваемым. Пройдет время, и он станет республиканским. Сейчас во многих поселениях весны проводится праздник первого олененка и пробуждения природы. Здесь, вот на таком празднике в городе Якутске, я первый раз рождение оленят. Оленят такой хороший праздник. Конечно, мне понравилось. Понравилось, что, во-первых, очень много молодежи. Да, и радует, что люди, молодые люди приходят, осознают свою национальность, традиции, знания. Вот это меня радует. Ну, то, что народ собрался, приезжает, отдыхает, играет, меня это действительно очень радует. Да, мы день рождения олененка вот у себя в Усьянском районе проводим, но у нас он проходит в апреле месяце, не вот в конце мая, у нас пораньше проходит. Конечно, проходит. Два праздника. И такой, и летом Эвенек, день солнцестояния. Очень хорошие праздники. Они нужны, чтобы люди ощущали свою причастность к оленям, связь. Хорошего лета, чтобы олени выросли, чтобы гнус их не доел, чтобы оводы их не доставали, чтобы к осени все они были живы-здоровы и прибавление в стаде обязательно. Чем больше стада, это наше богатство. А оленеводам всем удачи и здоровья. Пусть год этот радует нас только хорошими новостями и добрыми делами. Пусть каждое заветное желание сбудется. Пусть наполнится воздух стуком копыт и хорканьем красавцев оленей, украшением тундры и тайги. Я завязала свой лоскуток на древнем Галбурге и от всей души пожелала счастья, крепости духа и исполнения желаний моим дорогим сородичам и землякам. Тачин Давиден, Эрегер, Несел Камбилде, Би Чалбу.